Всем доброго дня. Всем, всем привет. Сочного, мощного настроения. Смотрите, какая шикарная погода. Солнце прям пекет, прям жарко даже. Жарко в пальто идти. Но еще зима. Очень много снега. Но погода прям, да, прям весна. Ну, уже в такую погоду хочется без такого пальто зимнего. Надо доехать до домика. В этом видео хочу я вам рассказать о женихе, который вчера ко мне прицепился. Слушайте, тема для хейтеров. Хейтеры фас. Поймали? Смотрите, хорошо прожуйте и проглотите. Не обляпайтесь. Ой. Вчера, значит, пишет мне на WhatsApp мужчина 40 лет, типа туда-сюда. Я, мол, из Санкт-Петербурга. А он уже звонил ко мне. И звонил, кстати, неоднократно. Раза три до этого. И говорил: меня зовут Роман, по телефону. Я из Ленинградской области. Я рассказываю вам от первого лица. Так сказать, с глазу на глаз. Вот. А вы, говорит, откуда вы? Ну, я говорю, это Чуваши. Ой, далеко, все, давай, пока-пока. И этот, ну, видимо, с деменцией, с углубленной, так сказать, понимаете? Он забылся. Что он почему-то забывается. Он вчера звонил, позавчера, например, звонил, и сегодня звонил. И говорит, это не он был. Но я хорошо же помню, что этот номер, да, имя Роман с Ленинградской области. Тут уже пишет на WhatsApp. Привет! От старых стеблет. Я такой-то, такой-то. Хотела познакомиться. А я говорю: Роман? Да, Роман. Этот, с Питера, я из Санкт-Петербурга. Я говорю: ну вы же не из Санкт-Петербурга, вы же с Ленинградской области. Да, да, да. Но это все равно рядом. Рядом с Питером. Второй Сергей. Только это уже Рамбан. Да. Разница небольшая. В нескольких километрах так. Фигня, говно вопрос. Кем работаешь? Работаю грузчиком. Значит, я говорю, 40 лет и работать грузчиком. А образование, что, говорю, вообще какое-нибудь есть? Он говорит, ну, образование у меня библиотекарское. Я имею образование библиотекарское. Но работаю грузчиком, потому что больше платят. Ну ладно. Высылает мне фотографию, просит меня фотку. Ну, я ему так отправила фотку. Потому что он просил очень сильно. Я вам, кстати, покажу под этим видео, да, фотографию. 9 на 12. Может быть, кто-нибудь заинтересуется из хитерюк и захочет его обнимать, так сказать, и целовать в десна. Ну и вот. И, короче, говорит мне. Что я там говорила-то, я уже забыла, пока ехала в троллейбусе. Говорит, грузчиком работает туда-сюда, да? Библиотекарь, короче, он. Жених прям вообще на расхват. Ну, все же, вспомни, кукры-мухры. Живет разом с Санкт-Петербургом. А какой внешний вид? Ну просто конфетка. Аля-улю. В соку, в самом соку. Кстати, без вредных привычек. Не пью, не курю от слова совсем и никогда. Роспись и печать. И тут начал. Я высылаю фотографию. Ой. Я в тебя влюбился, сразу на ты. Ты такая красивая.
и моя конфетка, и сюсю-пусю. Думаю, блядь, я не отвечаю. Думаю, что же он там, работает или не работает, блядь, все же надо грузить и выгружать. И мусю-пусю. Блядь, я без рожевого хлеба забыла купить, девочки. Вообще дура. Ну, короче, любовь, I love you. Я говорю, знаешь что, говорю, Роман, конфетка-хуетка. Я говорю, мне некогда, я на работе. И мне вот этих, пусю-мусю, я вот это вообще не люблю. Ну, хорошо, хорошо, малышка моя, хуишка, пиздришка и всякое мусю-пусю. А теперь сегодня пишет. Созвонимся. А, можно, говорит, я к тебе приеду? Я говорю, конечно, ради бога. У нас все же не маленькая республика Чувашия, город тоже. Чебоксары не маленький. Я говорю, на всех места хватит, приезжайте. Гостиниц много. А к тебе, говорит, в домик нельзя? Я говорю, нет. У меня злые собаки. Там у меня 4 овчарки. От мала до велика. Пойдемте, девочки, купим хлеб все же в магните. Вот. От мала до велика 4 овчарки. Они такие, он такой говорит. Ну ладно, а ты, говорит, ко мне можешь приехать? Уже. Я говорю, ты можешь, говорю, это, снять гостиницу. Он говорит, ты ко мне можешь приехать? Я говорю, ой, я так стесняюсь. Я говорю, я прям, честно сказать, наверное, девочки, не могу. А может быть, говорю, и могу. Ну, короче говоря, говорю, любой каприз за ваши денежки, говорю. Ну, за эти денежки, говорю, любой каприз. Вот. Он такой говорит, ой, конечно, конечно. Я говорю, вышлю тебе. Я говорю, мне в два конца. Туда и сюда. Я говорю, я свободная птица, свободно плавание. Могу и приехать, и уехать. Ну, короче, так вот. Короче, он так сказал. Хорошо, малышка моя. Я тебя сильно полюбил. У меня. Девочки, мне надо вас поставить как-то. Руку надо освободить от занятия половым актом с экраном своим. Блять. Ой, только не падайте, ради бога. Вот. Я, короче, говорю, ладно. 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 5. 5. Вот, положим вот так. Или сколько положим? Ну, короче, 5 положим, да? Можно положить, можно не положить, девочки. Не знаю как. Ой, блядь. Я прям все в этих картах. В банковских. Блять, что за жизнь? Ну почему она магнитная вытаскивает? Вот магнитная карта вытаскивает, все, девочки. Я хочу другую карту достать, тоже красного цвета. Тяну, а она не вытаскивается. Вот. Короче говоря, сейчас, подождите немножко. Сейчас я чуть-чуть. И к вам вернусь, ладно? Совсем чуть-чуть. Код не помню. Я правильно? Неверный, девочки. Вот так. Что делать? Во всем виноваты вы. Снять. Что значит снять? Кредитная карта. Мне интересно. Какая еще
конечно, кредит, да. Внести доллары наличные. Короче, внесем доллары, девочки. Не нужен нам чек. Доллары наличные внесем. Или евро. Блять. Прям не знаю. Сейчас, да, расскажу я вам. Подождите, мои красавицы, я занята. 150 тысяч. Зачислить. Зарплату у мужа. С пенсией вместе. Это было... О, Альфа как интересно обслуживает. Это, говорит, было классно. Вообще нормально так. Все. Тут даже можно и без карты все делать, оказывается. О, какой аппарат красивый. Красненький. Красненький, девочки. Красивый, прям как я. Однако. Самый красненький все. Ну и что? Ладно, говорит, я тебе денег вышлю, ты, говорит, ко мне приедешь. А, если я, говорит, приеду, что мы, говорит, делать будем? Я говорю, ну, блядь, ну что делать будем? Сначала надо увидеться, говорит, вот так, говорю, потом, говорю, решим, там, уже по факту, что делать-то? Шендер-мендер или не шендер-мендер? Глупые какие-то вопросы, да? Я что, ясновидящая, что ли? Вот. Ой, красавицы мои, как дальше жить, не знаю. Он говорит, нет, тогда уж лучше вы к нам. Ты к нам. Я говорю, без проблем. Я могу и я приехать, говорю. За мной заржавеет. Я прям, мне собраться. Ничего, говорит, собраться, как подпояситься. Села и все. Я уже в Питере. Прям завтра сажусь на самолет и лечу. Они же каждый день, в день по несколько раз летают, по несколько самолетов. Что мне свободы птицы? Вот. И тут он говорит, созвонимся позже. Я говорю, хорошо. Девочки, я освободилась, выхожу на улицу и начинаю ему звонить на видеосвязь. Он сразу быстро-быстро отключается. Я говорю, а что случилось-то? Что произошло? Ой! Красавица ты моя. Моя пусечка несомненная. Моя любовь. Я стесняюсь, я раздетый. По видеосвязи не могу, только по телефону. Я говорю, так, что такое? Я говорю, как-то не могу. Я говорю, ты мне жених или не жених уже? Уже практически сосватался, мы уже практически живем в одной постели. Блять. Это раз. И почему ты раздетый? Нет, девочки, я просто тут мясо посмотрела, ничего мне не надо. Вот. Ага. И почему ты не на работе, белый день? Вообще нормально, девочки, знакомство, да, в соцсетях? Очередной красавец. Просто. Изюминка. Специально из Петербурга. Что я хотела? А, хлеб же хотела купить, девочки. Ну как это я так? Что я хожу, блядь? Дурная баба. Ну и все. А я говорю, ну оденься, оденься, говорю. Сделай красиво. Приведи причесон. Наведи на барафет. Он говорит, я наберу сам. Ну и все, короче. Все, девочки. Жених слился. Напишите мне, вот как мне с этим жить, блядь. Я уже все перышки тут это подмыла, душ приняла с утра у Лариски. Все, марафет не вела. Думаю, ну я еду в Питер, девочки, уже. Все, уже заранее подготовила, красиво все сделала, понимаете, красиво. Блять, на тебе. Облом. Ой. Я не знаю, девочки, как с этим бороться. Честно, но неприятно.
но душа скверна, плакать хочется. Ой, переживаю. Прям не могу поднять ногу. А вот переживайте за меня. Вот этот хлеб возьмем, да, вот этот вот. Вот этот фермерский. А я еще какой-то другой хотел, девочки. Я сейчас заболталась и уже забыла. Ой, такого хлеба. Где же мы брали? С Колей забыли в прошлый раз. Это я не хочу. Ну, короче, вот так. Вот такой же нет, девочки. Дети у меня приехали. Москвичи. Я, короче, звоню и говорю своему ребенку. Маленькому, 30-летнему. Я говорю, знаешь что, красавец мой, ты приехал? Хорошо. Со своей мадам. Так сказать. С любимой моей невесткой. Я говорю, вот будет свободное время. Собирайтесь. И на генеральную уборку к своей бабуле. Понимаете? Скоро Пасха. Надо намыть окна. Убрать все паутины. А, намыть это от бабушки снять. Занавески она постирает. А он говорит, а ты на что? Ну, вообще так прихуел, да? Децл так. Сыночка мой. Расслабил булочки. Нормально, девочки, да? Я, говорит, приехала отдыхать. У него учеба, он сейчас на учебе. Они вчера, сегодня приехали. Он сразу на учебу. Ну, ночь приехали, короче говоря. На учебу поехал. Я приехала отдыхать. Я говорю, так, стоят, боятся. Ты отдыхать приехала. Чего я вторую буханку не взяла, блядь? Одной мало будет. Ты, говорит, приехала отдыхать? Отдыхай. Я говорю, я за всю жизнь, да, вот я вот сколько вот, у меня бабушка жила с дедом, я всю жизнь помогала. Ты, говорю, ни разу палец о палец не стукнул. Я понимаю, ты мальчик, ты не любишь убираться, все такое. Но у тебя есть вторая половина, которая, наверное, своей бабушке помогать приехала, да? Наверное, я твоей не откажется, раз она так сильно, горячо тебя любит. Вот и все. Он говорит, отдыхать. Ну, пускай ты, говорю, тогда твоя одна единственная горячо любимая, которую всю жизнь за тебя стоит горой, живет в грязи, давится, паутиной, говорю, своим говном. Там надо, говорю, пемолюксом отмыть ванную, унитаз, раковину. Я говорю, всю паутину убрать, протереть все верха, шкафы все, кухонный шкаф весь перемыть. Ну, все. Вот то, что я делаю, делала, да? Больше я делать не буду. Все. На этом закрыто все. Я говорю, все ты должен сделать. Хотя бы один раз в год. Или она пускай давится, говорю. Если у тебя позволяет совесть. Вот так. Он ничего мне не ответил. Давай, до свидания. Я говорю, ну давай, до свидания. Ага, значит, моей любимой, горячо любимой невестке есть время строчить мне на WhatsApp, а когда я к ней позвонила, у нее нету времени поговорить. Телефон здесь. Она занята. Я, Ольга Викторовна, занята. Сказала занята, значит занята. Как освобожусь, я перезвоню. Но у меня был не телефон, не переписочный разговор на серьезную тему. Если что, я вам потом расскажу. То есть они не захотят так. Угу. Ну вот жду уже полдня, когда будьте любезны, освободятся. Девочки, а вот этих нету, девочки. Вот этих вот. Или есть они? Вот. Девочки, они есть. Они есть, девочки. О. Они есть. Так, вот ты такой здесь. Ой, это порвано. Надо положить. Пакет сейчас положим. Я пакет возьму и все вот так. Да что это? 231, 800 грамм, девочки. Вот стол номер 5.
Короче, креветки и два хлеба у меня сумма покупки составила 1 473 рубля 17 копеек. Все. Вот так, девочки. Пойду куплю еще кое-что. Увидите в следующем видео. Уже в домике. Ну, дарю вам жениха. Свежеиспеченного. Можете взять его. Хейтеры обнюхать, обсосать. Найти его адрес, пробить, написать. Ну, короче, вы сами знаете, что делать. Фас, хейтеры, фас. Все, давайте, всем пока.